С утра мы отправляем переводные эпикризы тех детей, которых приняли с утра в смену. Ну, пишем там свои записи и отправляем нашим неонатологам. Здесь у нас центральный монитор управления, где мы следим за всеми детьми. 8 лет бесплатных знаний, 6 в медицинском вузе Саратова, плюс 2 года ординатуры в Ульяновске. Экономия семейного бюджета за счет полученного в 2011-м целевого направления. С целевым направлением там проходной балл достаточно ниже, то есть, в принципе, все, кто хотят, те, кто среднестатистически готовились, в принципе, все поступают. Потому что востребованность в Ульяновской области во врачах есть, и набор там идет по конкурсу чуть ниже, поэтому вот все, кто поступали со мной, я сам, в принципе, все прошли на бесплатное обучение. Твое образование в твоих надежных руках, но не без поддержки властей. В недавнем нашумевшем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин сказал о том, что теперь распределение целевых квот в медицинских вузах страны будет несколько иным. Так, по специальности лечебное дело 70% бюджетных мест станет целевыми, а по специальности педиатрия 75%. Комментариев было множество, но ключевая мысль такова. Главное – это отладить алгоритм. Студент, вуз, работодатель. Уже в 2019-м количество притягательного бюджета на медицинском факультете Ульяновского государственного помножили на 2. Зачислили более 1000 желающих врачевать. Цена платного вопроса свыше 100 тысяч за год обучения. Они действительно, многие из них хотят стать врачами. И то, что сейчас говорят, они выпускаются у нас обычно. Ну, зависит, сколько поступает, практически столько и выпускается. Но там, конечно, кто-то отчисляется. Есть такие, которые не могут выдержать той нагрузки, которая очень высокая на медицинском, при медицинском образовании. Схема целевого набора прозрачна. Изъявляем желание, собираем пакет документов, подаем в региональный Минздрав. Прием завершается в конце апреля. Долг выпускника-целевика – 5-летку верой и правдой. В Ульяновске есть востребованность, всегда помогут с трудоустройством, места в нашей специальности конкретно, ну и в ряде других достаточно много, потому что кадров постоянно не хватает. Вот. Ну и на базе перинатального еще вот жилье мне дали, то есть рабочее жилье, в котором вот я проживаю. Целевого внедрения ожидает и поколение профи. Те, кто помнит лучшие традиции медицины советской и жуткую неопределенность перестроечного периода. Приходите, становитесь анестезиологами, реаниматологами. Не бойтесь этой профессии. Научим, обучим. Наша профессия – это элита. Это ведь спецназ медицины. Все-таки, наверное, материальный стимул тоже имеет значение. А мера ответственности, она всегда, конечно, присутствует. Ну и все-таки медицина – это призвание, конечно. Если чего сюда говорить, то несмотря на что, мы же работаем. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73.